Новое смертельное ДТП на проспекте Ленина в Иванове. На этот раз с участием пешехода. Трагедия произошла в среду в 22:17 на пересечении с улицей Громобоя и попала на камеры уличного видеонаблюдения. Мужчина, по свидетельству очевидцев с признаками опьянения, начал переходить дорогу на красный сигнал светофора. По видео нельзя точно сказать, с какой скоростью двигался автомобиль, но от удара пешехода подбросило в воздух. Он погиб до приезда скорой. Водитель трезв, у погибшего взята кровь на исследование. Обстоятельства происшествия предстоит выяснить следователям. Это первый смертельный случай с пешими участниками дорожного движения в этом году. За 6 месяцев этого года в городе Иваново произошло снижение наездов на пешеходов. Так зарегистрировано 104 ДТП, в которых пострадали 110 человек и погиб один пешеход. Но если говорить именно о наездах в зонах пешеходных переходов, то зарегистрировано просто таких ДТП. Так в городе Иваново зарегистрировано 51 ДТП, в результате которых 56 человек получили травмы тела. По количеству ДТП рост составляет 2%.